Всем привет! Давайте еще позебрашим. Сегодня давайте рассмотрим, как сделать на танк Т-34 ходовую часть, так сказать, треки. Подготовим их к созданию цепи. Откроем корпус, который я заготовил в скульптрисе. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такая штука у нас получилась. В принципе, нам эта болванка нужна чисто для рассмотра процесса создания треков. Я ее потом буду еще доделывать, переделывать. Ну, как болванка подойдет нам. Что делаем мы? Открываем сабтулы, делаем дубликат этого сабтула. Сейчас попробуем через... нету его здесь. Теперь давайте откроем ликтбокс и выберем сабтул катка, который мы в прошлых видео сделали. Вот этот. Вот так он у нас выглядит. Давайте посмотрим, как это теперь дело будет. Нажмем Append, выберем. Вот у нас к нашему корпусу присоединился каток. Теперь мы переходим на него. И давайте уменьшим его в размере. Вот таким способом. В принципе, достаточно. Давайте теперь его выведем в бок. И теперь развернем наш корпус. Вот так мы его выставим. И опять поработаем с катком. Так. Сначала мы его постараемся развернуть, используя ротацию. Жмем сюда. Так, не в ту сторону. Ну, в принципе, сторона нам... не важна, мы ее еще развернем. И вот так вот подготовим. К установке первого катка. Теперь мы его давайте выровняем. Опять нажмем ротацию. Вот так мы его чуть подгоним. Потом на мов. Вот так все это давайте подровняем, чтобы уже видеть точно, как что становится. И теперь будем делать такую фишку. Все опять выровняем. Сначала мы поставим наш каток там, где он должен приблизительно быть. Это вот здесь. Здесь будет еще одно колесо. Так. Вроде стоит ровно. Надо сразу все это дело правильно выравнивать, потому что вот так. Последующие катки мы уже не исправим. Так. Еще на мов. Все. Подровняли. Приблизительно стоит. Нас это устраивает. Опять выравниваем, это Shift, левая кнопка мыши. Все это выровняли. Второй, третий катки сюда забрасывать не надо в программу, потому что работать с ними будет неудобно. Они будут отдельные сабтулы. Делаем вот что. Нажимаем Ctrl. Сейчас. Нажимаем Move. Выравниваем вот эту фишку.
И жмем Ctrl и вот так вот передвигаем наш один каток. Потом жмем Ctrl, передвигаем второй каток. Вот такую фишку мы сделали. Установили катки. Теперь давайте рассмотрим в следующем видео, рассмотрим, как это дело сделать траки на них. И посмотрим, как это будет выглядеть. Все, всем пока.